Электробус – новый вид общественного транспорта в Химках. Таких машин в городском округе две. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с жителями прокатился на новинке. Главное преимущество электробуса перед обычными троллейбусами – автономный ход. Новый транспорт сможет проехать без электричества до 20 километров. А вместимость салона возросла до 100 человек. Также предусмотрено все для комфортного передвижения. USB-зарядки, системы кондиционирования, оплата проезда банковскими картами, низкий уровень пола, удобные сиденья. Это наш российский. А где вы так купили? Вы купили не в России? В России. На таком транспорте передвигаться безопасно. В салоне установлено 8 камер видеонаблюдения, а покрытие стекол антивандальное.